как только не поддерживают участников СВО. По всей стране, в школах и не только, организуют множество благотворительных акций. Ребята пишут трогательные письма, изготавливают своими руками разные поделки. Например, обереги в виде ангелов. Именно эту фигурку сделали ученики из 11-й школы. Серию таких мероприятий проводит руководитель общественной организации многодетных семей «Из сердца мамы» Ирина Варнавская. В этой школе проходила акция. Ребята с 5 классов, им были переданы материалы нашей организации. Они вместе с учителями технологии изготовили 100 ангелов. Эти ангелы полетят на фронт к нашим бойцам. Ребята делают вот таких ангелочков. Это старинный русский оберег, сделан по русским технологиям. На Руси очень часто такие делали обереги. К ним ребята на вот таких открыточках наших пишут какие-то свои пожелания. Ирина Варнавская специально приехала в это учебное заведение для того, чтобы на торжественной линейке наградить тех, кто принимал активное участие в создании ангела-оберега для бойцов СВО. Считаю то, что нашим ребятам, которые находятся на фронте, им очень тяжело, им нужна любая поддержка, хотя бы моральная, чтобы они смогли себя чувствовать лучше, потому что они далеко от дома, возможно, без связи с родными. Общественная организация «Союз женщин России» также помогает во многочисленных мероприятиях по поддержке участников СВО. Это третье учреждение на территории нашего округа, которое приняло участие во всероссийской акции. Но не крайнее, не последнее, потому что у нас еще есть планы и в других заведениях, клубах, сообществах провести такие акции. Фигурка в виде ангела-оберега олицетворяет любовь и поддержку, которая сейчас так необходима участникам специальной военной операции. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.